продолжаем Куб Экспайс Парадокс. Вот, главу первую. Это сюда, по-моему. Нет? А, это не сюда. Это... Честно, надо вспоминать, потому что я вообще ничего не помню. Вот сюда. Не сюда, а вот сюда. Вот. Вот. И это надо будет напечатать. А что нам будет напечатать? А, эти буквы на 4 буквы напечатать. У. В смысле? Вот эту букву. Вот это получается. Какие-то буквы надо будет напечатать, да? Как я понимаю просто. Там какой-то Русти, Менте. Нет? Ну вот, вот 4 буквы надо. Вот, раз. Тут какая-то буква. Может быть, это не отсюда? Здесь получается вот это У, моей Т, что ли? Как понять-то? Давайте У, моей Т. Как понять-то? Это мы кровь, да, снимали? А мы достали оттуда? Что нам надо было? Наверное, да. Но, честно, я уже не помню. Достали мы оттуда, что-то не достали. Так, что у нас вообще? У нас есть ключ. Сигарета. Стакан воды. Может быть, ему стакан воды нужен? Будешь пить? Нет, пить он не хочет. Так, давайте вот это. Оп. Мы же говорили, да, что там кто-то будет первый, кто-то второй, да? Сейчас, подождите, я достану. Мы это писали, по-моему. Нет? Не помню. Или мы это делали уже? Мы это, наверное, уже делали. Да, мы это делали. Но мы что-то тут еще записывали. Так, это не то. Да. Конечно. ТВ-588. Мы набирали 588? Ну да. 500. Так. Так. Ага. Ага. Все запомнили? Я тоже запомнила. Ну, постаралась. По крайней мере. Что тут? Ну, дает. Вот он с глазами. Непонятно.
Извиняюсь, мальчики и девочки. Солнышко уходит, а у меня аллергия на солнце. У меня на лбу много-много высыпаний маленьких, прям маленьких-маленьких этих. Как их? Скажите мне. Прыщиков. Вот. Мы все забрали, все, что нам надо было, мы забрали. Этот мы открыли. Отсюда мы все забрали. Так, я понимаю. Так, наверное. Что теперь нам надо? Я не понимаю. Но здесь все сделали. Я не помню ничего, о чем мы делали, где. Но вот у нас есть вот этот треугольный ключ. У нас все открыто. 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 Картинка, все сделано. Здесь мы написали все. Как бы. Здесь отрезали. Давайте посмотрим. Нет, не в этой. Нет. Вот это давайте посмотрим. Хорошо. Круг. Т. Квадрат. Треугольник. И тут, короче, выйдет этот. Расположение их. Как я понимаю. Как они. Что нам здесь на обрывок платья? Где нам взять обрывок платья? Вот тут еще, знаете, что у меня берет под сомнение? А куда я делаю этот? Ладно, не знаю. Так, вот это вот. Вот эта веточка. Она никак не отходит. Вот помните, да, эту веточку? И я помню про нее. Оп, оп, никого. Вот у него два тут что-то. Что у него два? Давайте прижгем ее. Что это? Помойся, попей. Хочешь? Покури. Изрежь себе. На картинку посмотри. Открой. Что это значит у тебя? Непонятно. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Куда теперь? Чего теперь? Пору-пору. Вот ему зачем мы глаза ему вставили? Тебе покурить надо, может? Пить хочешь? Пить он не хочет. Пить он не хочет. Здесь. Здесь это то, что мы это. А вот это не открывается. Может быть, его тоже треугольный? Здесь не треугольный ключ. Пам-парам-пам-пам. Что же нам делать сейчас? Кто-нибудь знает? Никто, наверное, не знает. Вот и я не знаю. Давайте посмотрим в отверстие. Женщина. Женщина. Что у нас здесь? Кассета. Мы ее уже прослушивали. Вот это вот, которую мы должны как-то что-то сделать, чтобы здесь третий открылся. Здесь пусто, пусто, пусто. Все пусто. Значит, у нас остается только вот эта машинка. Здесь мы все сделали вот так. Оп. Блин, там соседи, короче, ремонт делают. Я это все слышу. Может быть, вы не слышите, а я-то это слышу. Мне это не очень нравится. Они меня бесят. Они меня бесят. Как это? Может быть, подождите, повернуть? Вот так сделать, вот. Вот, бу-рн. Барн. Давайте барн наберем, давайте барн. Барн. Ой, не сюда. Выйди отсюда. Барн, 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 барн. Ой. Как? Убрать. Стереть. Барн. Ой, не та бы. О, не та у барн. Да ладно. Офигеть. Учись на своих ошибках. Вместо того, чтобы проваливаться вновь и вновь. Куда-то.
Сожги все, что горит. Ну, вот это горит. А чем? Там свечка горит. Сигарета горит. Спички горят. Это, наверное, горит. А рыба горит. А это что такое? А, подожди. Так вот. Должно быть. Можно сначала? Вот сюда вот так сделаем. И аккуратненько все. Ну тут походу подсказки. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. А как? Как это? Ли. Ну просто тут ли не фе. Ли не фе. Попробуем. Это ай. Ли не фе. Нет, не ли не фе. Не ли не фе. А что тогда? Давайте. Ой, давайте еще раз. Все, что горит. Ну, смотрите. Давайте подумаем. Горит вот это. Свеча горит. Сигарета горит. Вот это горит. Я не знаю. Это смотря из чего она сделана. Она не горит. Ее, по-моему, даже обжигают специально, чтобы она стояла. Ножницы не горят, конечно. Ну, давайте пробуем лайф. Стилайф, да. Али... Где фэ? Я. Да, да. Ладно, это я просто глупа. Так, что написано? Будет кровь. Ладно. Надеюсь, не моя. Сожги все, что живет. Вот это живет, вот это живет. Вот это. Ред. Ред, ой, красный. А, здесь, наверное, все, что красное. Ой, что написано? Включи телевизор и позволь ей найти тебя вновь. Не позволю. Сожги все, что красное. Роза красная. Это помидор, помидор красный, сердце красное, губы красные. Клубника. Это один. Ну, ТВ 910. Это не единица, это ай. Вот здесь ноль еще. Это типа красный. ТВ. 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 Давайте наберем 900. Нет. Давайте наберем 90. Нет. Давайте наберем 0,9. Нет, не подходит. Хорошо, давайте еще раз. 9-0. Тут не знаю. Может быть, конечно, как бы. Так, сожги все, что красное. Роза красная. Помидор красный. Губы красные. Это красное. ТВ-90. Ну, типа, 90, не знаю. Вот это, конечно, нет. Ну, давайте попробуем 910. Потому что, как бы, там, ну, ай, но все равно 910. О, да, смотрим. Там вот с этим стеллажом, короче, кто-то стоит. Угу.
Оп. Look behind you. Оглянись. Не хочу, мне страшно теперь. О. Здорово. Move my face. Сдвинь мое лицо. You are wrong. Ты ошибся. А. The other way. Move другой my face. Путь. Подожди. Ух, нифига у тебя. Господи. Дура. О, обрывок платья. Спасибо. Напугала меня, правда. Ну ладно. Обрывок платья. Тинь-тинь. Опа. 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 Первое. Д. Д. Это треугольник. Подождите, дайте запишу. Где? Ой, извиняюсь, да? По микрофону давала. Так, первое это Д. Ну, 10. Первое Д. Это получается треугольник. Вторая это B. B. Вот это B. Это значит, что такая штука. Третья это I. Ой. Третья это I. И это кружок с точкой. Ну и получается потом квадрат. И пятое, что там? А, нет, пятое это квадрат. А четвертое это S. Хорошо. Значит, треугольник. Где? Потом штучка-палка. Потом точка. Точка. Вот это. Потом S. И потом квадрат. Вот, да. Еще одна кассета. Песня что-то там. Это же кассета, да? Вернись. Как тебе открыть-то? Я и говорю, вот это вот похоже. Что, вот как будто что-то должно случиться в мультике. Дюймовочка, вот мультик.
Но там показа... Кот! У меня улетел попугай. Ура! Что-то открылось. Красный флакон. И куда мне его теперь? А как это выключить? А куда мне теперь красный флакон этот? Не знаю, во-первых, выключите свет. Включу. Так. Выключись. Пожалуйста. Тут там ничего не видно. Но там было написано до этого только не синий, по-моему. А что сейчас должно сделать с этим красным флаконом? Кто-нибудь знает? Понимает? Я, к примеру, нет. Ну, вот тут я вижу, короче, этот. То, что у нас еще одна загадка есть. Даже две. У нас, потому что там ключ еще надо. Что мне надо сделать? Может, попить его? А, да, в натуре пить. Ты дурак, что ли? Я говорю, он дурак. Потому что, ну, кто вот пьет, вот что ты вот не знаешь, что это? Откуда он знает, что это? О, ключ. Отдай. Откуда ключ теперь, думаю? Думаем? Тут отсюда, наверное. Нет, не отсюда. А откуда? Где у нас еще ключи нужны были? Честно, за птицей просто следую. Да, там была лень насрать на него. Господи, зажужжал, я думала, в игре это. Чего ты сделал? Чего он сделал? Чего он сделал? Ты сделал, говорит, это. Чего сделал-то? Ой, куда? Не убирай ты. Ты уберешь. Мы вот здесь. Раз, два. Туда. Два раза туда. Раз. Два. Хорошо, теперь один раз вниз. Один раз вниз. Куда? Олень. Олень — это хорошо, я считаю. Еще один раз туда и вверх. И вверх. Чучмек. И туда. Туда. И что это? Что это такое? Что это такое-то? Это откуда-то отсюда? Да. Вниз. Подожди, подожди. Может быть, это надо было запомнить? Туда один, вниз один. Три туда. Точнее, два. Так, давайте запишем. Так, это не мое. Это тоже не мое. Наверное. Это тоже не мое, не мой почерк. А где мое? Где мое? Желательно мое дойти. Вот здесь может быть мое, кстати. Здесь как бы математика просто. Так, значит, точка, тире, точка, тире, точка, 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 тире, тире. Точка. Ага. И сюда стрелка. Не знаю, что это значит. А мы сейчас где, в принципе? Туда, вниз, туда, туда, вниз, вниз, туда. Оп. Да, это надо будет, короче, каждую вот эту рисовать. Хорошо, мы здесь сейчас. Теперь нам надо попасть, давайте вот сюда вот получается. Хорошо, туда, 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 туда,
Куда? 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 Чучмек. Еще туда, туда. А, и туда. Так, давайте это тоже опять же зарисуем. Так, значит, точка туда, потом... Так, подождите, мне не хватит иначе места. Точка туда. Потом вверх, точка туда, 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 наверх, наверх, туда, туда, туда и туда. Хорошо, допустим, сейчас туда, потом наверх. Потом туда, туда, потом наверх, наверх. Потом туда, потом наверх, наверх. Вон туда. Дай повернись. Ро. Статуэтка женщины. Так, хорошо, теперь мы здесь. Вправо, вниз, вниз. Влево. Вправо, вниз, вниз, влево, вниз, вниз, влево, вниз, лево. У него уже нет головы. Влево, скорее всего, да, вверх, влево, вверх потом, еще вверх. Он меня хотел... Да ладно, ты что, прикалываешься, что ли? Паразит какой. Туда, туда, туда. Вперед. Туда. Вперед. Как назад-то? Оп. А нам не обойти. Надо было просто по этим точкам. Хорошо. Теперь прямо. Прямо. Что это за скрип деревьев? Он мне не нравится. Туда, потом, по-моему, туда вот. Нет? И теперь туда. Значит, влево, вниз, влево, влево. Влево, вниз, влево, влево. Статуэтка. И чего? И мне теперь на к выходу, да? Туда, 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 туда. Угу. Туда, туда, туда. Хорошо, все, мы вышли куда-то. Что ж ты, задолбал уже. Он ее хочет убить. Он ее зарезал. Мы видели сейчас, как произошло убийство. Она утонула. Так, хорошо, куб. Хорошо, хорошо. Это комната. Вот он. Ага. Где я? Я здесь уже был. Ну да, ты вот только что отсюда-то как бы пришел. Опять чучмек. Я чувствую себя иначе. Поздравляю, вы прошли главу 1. Можете приступить к главе 2 или посмотреть фильм и получить все скрытые достижения. Продолжить. Ну чё, давайте не сейчас будем проходить. Давайте в следующий раз, вот мы начнем новую серию с главы... Второй, сейчас просто зайдем. Где я? Я здесь... Ну, это вот только что, что мы читали, в принципе. Я здесь уже был. Вот этот чучмек опять стоит. Я чувствую себя иначе. Вот, давайте просто сейчас посмотрим. Появилась мельница. Цветок пропал. Тут все нормально. Картина появилась.
Здесь все нормально. А, другие сиденья, столик. Картина изменилась. Там картина пропала. Здесь появилось другое. Здесь цветок пропал. Значит, дверь с другой стороны. Ну и все, в принципе, все то же самое. Так, хорошо, давайте заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, смотрите прошлые части, потому что это, как я понимаю, по сюжету идет. Все. Вот. Всем удачи, всем пока!